Так, ну сейчас я вам покажу, что из продуктов мы сегодня купили, на что глаза наши позарились. Сразу хочу сказать, вот перепелиные яйца здесь 21 штука. За эту палеточку 60 рублей. Так, дальше пойдем. Так, ну, то, что... Тут не только себе покупала. Так, масло ичалковское. 80% жирности. Вот такое. Ой. Вот такое вот ичалки. Мне написали там в комментариях, что неплохое масло. Но я с вами соглашусь, да. Хорошее масло. Так, и стоит оно у нас 128 рублей. Капусту взяли. Я же все-таки винегрет-то должна сделать. Капусты у меня нету кислой. Вот такая капуста, стоит она 55 рублей. Вот капуста с клюквой. Баночка маленькая, но как раз у меня для винегрет. Свекла отварила. Морковка отварила. Осталось мне отварить картошку. Капуста 55 рублей. Так, Иваныч вот себе грудиночку взял. Это без меня. Вот он. Видел вот такую вкусняшку, посмотрите. К Марине все никак не съездим. Мариночка наша приболела. Поэтому ей сейчас не до нас, поэтому мы не навязываемся. Марина, тебе привет, если смотришь. Так, 173,43 килограмм. В этой грудинке 370 рублей. Грудинка на косточке называется. Марин меня сейчас увидеть будет ругать, конечно. Ну. Так, плавленый сырок янтарный, не поверите. Сегодня мы внуку дали волю в магазине. Говорю, иди, сынок, покупай, что тебе хочется. Сейчас я вам отдельно покажу, что ребенок набрал из продуктов. Посмотрите, шоколадный коктейль. Фанту, вот такой сырочек янтарный, вот такой сырочек дружба, и еще умрете сейчас со смеху, килька в томате. Это набор нашего внука, что он захотел съесть. Вот я ему так отдельно вот это все и выставила, это твои продукты, наивреднючие самые. Ну, раз разрешили, оценки хорошие принес, вот он поскакал. Так, плавленый сырок дружбы стоит у нас 15 рублей. Так, конфетки я взяла. Хочу сделать букет из конфет. Взяла вот такие вот специально кругленькие. Золотая, что тут называется, лилия. И черный трюфель. Они тоже кругленькие. Но это для конфеток. Трюфель 366 рублей килограмм, а лилия 349 рублей килограмм. Потом для себя уже домой взяла конфеты мои любимые, уже полюбились мне, хэппи в ассортименте. Они тут и с карамелью, тут и с вафелькой, с печенькой. Вкусные очень конфеты. Даже хэппи стоит почему-то 300 рублей килограмм. А почему так? Они дороже были. Странно, однако. Около 500 рублей. Вот здесь 300 рублей килограмм. Батюшки мои. Не верю своим глазам. Так. Манку купили. Закончилась. Макфу взяла. Посмотрела. Среди всех предоставленных в магазине фирм самые презентабельные на вид манка была вот этой фирмы Макфа. А остальные как-то с какими-то черными вкраплениями, что-то какой-то помол мне не понравился. В общем, манку взяла. Стоит у нас манка 74 рубля. И пшено точно так же выбирала по такому же принципу, посимпатичнее на вид. Вот. Пшено стоит у нас 55 рублей макфа. Так, купила я персил. 265 рублей отдала. Это большая упаковка стирального порошка лавандовая. Сколько здесь? 1,5 килограмма. Вот персил такой лавандовый.
Так, ой, аромат какой. Вот это вот, я не знаю, взяла на всякий случай домой, потому что у меня и дочь приходит, все, пусть будет. Стояла отдельно, как бы стоял отдельно фирменный стенд, и вот эти прокладочки женские, всякие там были, вот этой фирмы Ола. Ни разу не покупала, купила то, что дешевые. Они совсем дешевые даже, 72 рубля. А цена там стояла, ну, так вот, наверное, неправильно цену ставят, где-то 50, что ли, 4. Ну, бог с ней, 72 рубля. Так, отбеливатель Босс. Посмотрите, какая пачка новая. Босс. Максимум написано. 30 градусов, от 30 до 90 градусов для всех видов тканей. Проактив. Отбеливатель Проактив. Для такого белья, которое надо постирать и отбелить, буду добавлять. 191 рубль. Сыр с дырками, мой любимый, Маздам. Маздам, вот он, сыр с дырками. У него цена очень такая симпатичная. 752 рубля за сыр. Но здесь у меня на 266 рублей. Не поняла. Нифига себе, девчонки. Показываю. Все увидите. Сыр Маздам. 266 рублей с меня взяли по чеку. И посмотрите, сколько стоит мой сыр. Это как это так? Ехать разбираться, что ли? Мой сыр стоит 153,41. В чеке сыр Маздам Делюкс. Тут даже граммы другие. 354 грамма. 266 рублей. Я в шоке. Ой, господи. Так, арахис какао деда взял у нас. Иваныч любит. И арахис в сахаре. Какао стоит 155 рублей килограмм, а арахис стоит 150 рублей килограмм. Килька, которую я вам показывала, 5 морей, 43 рубля. Так, печенье крекер Яшкино с кунжутом. Дешевые прям, 22 рубля, обалдеть можно. Так, коктейль молочный Димин, шоколадный, 34 рубля, вот, который показывал, вот такой вот. Так, Фанта апельсин 35 рублей. Сушки любительские с маком. Смотрите, какие маленькие. Так, килограмм стоит 204 рубля. Так. И последнее. Конструктор он купил себе. Наверное, машине оставил. 690 рублей. Надо взять конструктор. Выпросил. И баночка для сыпучих продуктов тоже этой фирмы Пошабачи. Смотрите, вот такая баночка, вот маленькая. Так, сколько она стоила? 85 рублей. Я думаю, что она могла бы и в фикс-прайсе продаваться. Вот такая вот баночка. Она уже там с резиночкой. Баночки, моя слабость. Ну вот и все продукты я вам показала. Всем пока.